Со следующего года будут введены правила отнесения 35 видов уголовных правонарушений к рассмотрению суда с участием присяжных заседателей. Об этом было сказано сегодня в Мажилисе при рассмотрении законопроекта, направленного на повышение роли института присяжных. Практика участия присяжных в судебных процессах используется в стране уже 15 лет. Таким образом, со следующего года с участием присяжных будут рассматриваться почти все особо тяжкие преступления. Кроме того, с 1 января 2024 года рассматриваемым законопроектом расширяется количество составов преступлений не только по особо тяжким, но и другим категориям преступлений, подсудных присяжным. Таких дел будет 43. Введение в действие предусматривается с 1 января 2024 года.